По порядочку пойдем, как обычно. ДК сюда. То есть сначала там и пробудители. Ну там, в принципе, там и выводить никого не надо. Там все в кучу держите, заливайте. И косты обязательно там сбивайте. На ком стоят меточки. Кто умер, быстренько встаем, заходим, мы не валяемся. Косты сбиваются станами, чаржами, уваров там много чем. А люди, блядь, понял, какие, блядь, и меркантильные. И то есть, блядь, я писал там сначала тому просто один анрол. Вообще, блядь, и тишина просто. Написал, блядь, один анрол, блядь, и не триня, просто сразу, блядь. Почти фулрейд сразу. Так, кому триня нужна, смысл, блядь, вот ходить. Ну, как бы, вот, понятно, что, как бы, вот люди, короче, там только вот и триня будут ролить, остальное все анролить можно. Раз, там все до триня не будет. Сразу не забудьте на второго. А я это вот ДК танк, который это на ДД. То у меня на танк это тоже ничего не надо. Кстати, спасибо за вет, я тебе писал. А ты себя там и БДК одеваешь, да? Просто ты вначале, блядь, проще по этим всем инстам, блядь, танк всегда там нужен. Ну ты если там в Каражан там потом как-нибудь там и будешь там собирать, пиши, я могу сказать. Ну пока в яме обычки загоняют до смерти. Я вчера качал. Ну и чтоб мне купить, блядь, голову, мне нужно еще там 85 штук жетонов, потому что у нас стоит 200. ДК, который Dead и дальше набор букв, то есть ты предлагаешь мне идти в танки и ролить тенки на танки, которые мне нахер не нужны? Ну да, там и чешка, но вообще как бы бесполезная. Если такая херня, я спекаюсь, да, я танчу сам. Там, да не слушайте никого, ребят, кто ролит? Ну, я не слушаю, просто такие великолепные умники. Да, делали бы сами танков внутри. Просто берете, пишите в Дискорде ник там. Ну мы пока будем там трэш, кто не может писать, кто еще не был участником моего там, как бы вот эти скоро, пока чистим трэш, там потом откатится время здесь. Ну, пишите ник и на какой спек ролите. Чтоб потом никакая там тварь вам ничего не предъявляла. Есть, как бы, знаешь, ситуации разумные, когда вот человеку действительно шмотка нужна на танка, и он как бы, ну, в хуёвом шмоте, и с этого инста падает шмотка, которая сделает того танка лучше, а он говорит, я на ДД ролю, так, да, то, конечно, ну, надо его, чтобы он на танка ролил. А когда не надо шмотку, когда у тебя шмот лучше, по капам там или как-то, и ты ролишь на ДД, то, конечно, блядь, ролишь, какие проблемы. Не, ребят, вкратце о том, как здесь нужны танкам шмотки. У меня даже танковские ботинки есть, блядь, с этого места. Я на ДД всегда ролю. Вкратце о том, что танки востребованы везде, делайте люди танков. А если вы кривые, то увы, что поделать, танки будут... Да лучше не делайте, блядь. Делов тогда делать. Да. Тоже, ну, ноют, это, в группе ВКонтакте, там, не могу собрать. Хилов нет, там танков нет, так делайте хилов, танков делать, какие проблемы? А, то есть ты предлагаешь, что если он кривой танк, то лучше, чтобы он был кривым хилов. Ребят, по молоте V7 я сделал объявление небольшое, чтобы потом вопросов не было. Потому что в прошлом рейде там были вопросы, что там и трини сегодня ролится
все. И то есть там и не под ДПС никак, а ролят все, то есть. Там никаких там и не топ-3, там и не топ-4, и не топ-5. Как это, топ-5. Если вы откровенный долбоёб и из темноты выносите метку, блядь, в свет, то да. Вам минус ролл. Нет, тут как бы мне вот и писал один вот человек, что он там и не знает тактики, но я ему сказал, что я объясню ему, все вот расскажу. Но больше мне никто не писал, что там, что типа там и не знает тактики. Как бы ему там это еще там и простительно будет. Но остальные, которые там говорят, что там и знают, косячат, ну это нет, ребят. Никакого там снисхождения не будет. И сейчас в личку тебе все пишут, что не знают тактики. Нормально. Блять, ну для РДД у нас просто все есть. И сова, и лем, блять, просто 2 ШП. Блока бы демона, да? Да. И так уже сильно жирно. До этого не было. Блока, то и Африка. Демон не дамажит. Демон дамажит. Да, он меньше выдает, чем Мафри. Не скажи. Никнейм. Не знаю, у меня вот. После резки упадешь куда-то, нет? Мы тут с ВК-25. Ну вот я вот думаю. Просто. Не, 25 крабочка и хуй знает, что пока. Я хочу, типа, 10 оп. Не знаю, если вот из рейда у нас тут наберется 10 человек, которые там и пойдут ему по КД, там и синдрую там Ильича по пасту закрыть. А, туда пойдемте? Ну мы в рейде, или мы сейчас в примаре там разбираемся, куда идти. Пошли. Что такое недовольный? Тебя в детстве мама не ласкала? Потому что по времени, во-первых, собиралось долго времени, во-вторых, ну, да, уже конечно, собрались, да нет, давайте поговорим. Если бы ты хотел, бы, что все было быстрее, там, и мог бы тому помочь, там, со сборами, раз ты так торопишься, на самом деле, а не просто там и сидеть, там, и возмущаться, что как, там, и долго собираться. Ребят, здесь трэш, не стоим, я меточки поставил. Сразу там чистим весь трэш. Нет, если как бы вот этот рейд вот сейчас прямо пойдет, там и сразу там целка 25 оп, там, пока да, там и Синдра Лич, можем там и закрыть пасту для двух. Ну, хил уже есть, я пойду с вами. Нет, там просто он чувак пишет, что 25 оп, мне как бы без разницы. Потому что я как бы скоро хочу вот их включать, типа вот рейды, нет, не рейды, а пуга рейды, целка 25 герц. Что? Ох, блядь, купи себе этого, ебать, как он называется, ты, блядь. Кого? Глицина, блядь, пару упаковок. Нет, да, хуй успокоитель, давай. Там, блядь, валерьяны что-то пиздец. Не, ну понимаешь, если как бы вот людей там потихонечку вот приучать, потому что здесь вот такие типа вот рейды, ну они обычно там дальше леди не уходят. Я хочу маленько, типа... Ну я, если что, буду ходить. Так что будем на связи, там, БДК, Мишка, Протова. Потому что у меня сколько вот рейды были, то есть, ну, я сам с циркла, как бы, X100, X5, там, как бы, что вот и пуга рейда 25 гер, я закрывал там на пол просто. Ну, там, понимаешь, там проще намного, намного проще. Там, да, попроще, там и баф ссылка, как бы, есть все. А здесь, блядь, усилки, блядь, и, там и категории, блядь, там всякие, блядь, там и фласки, там и мега-мега, блядь, и крутые. А здесь пиздец сложно, ну. Люди разные просто, кто классы не знает, они мало дают КПД. Так, в принципе, везде, да, почистили? Так, милики, сейчас обязательно, мне нужно еще 2 танка хотя бы. На подстраховку. Даже 3 желательно. Быстрее. Потому что здесь милики все равно АФКшить будут. Я пока релогуюсь, можете пока портануться, сахил, отлично, один есть. Но это он как основной идет, еще нужно 2 запасных хотя бы, или хотя бы один, еще один танк. Я пока релогуюсь, поставлю метки, где кто стоит. Там и милики, вы там все равно АФКшить будете, так что будете спекаться все равно кто-нибудь. Так что давайте активнее, не будем время тянуть. Еще солнце светит, вообще нихуя не... А, блядь, сейчас пойду себе налью.
Так. Кто у нас пожирнее? Пал, наверное, будет самый жирненький у нас такой. Крим, тогда основу танчишь? Ну, сейчас тебе метку поставлю. Зачем? Я потанчу два клона и все. Два? Хочешь прям потанчить? Что, не танчил, что же? Нет, как бы у меня только вот и танчил там вот Регин двоих. А насчет тебя я как бы там и не знаю, что вытанчишь. Нет, потому что ты со мной как бы там не особо часто ходишь, Фейли. Так, ну если сможешь, базары ноль, я как бы... Нет, ну у нас тогда есть Саахил, он потанчит. У нас там копию, и ты. Первый, второй. Тогда, думаю, у нас больше нам не надо запасных танков. Тогда ты у нас... Бля, я вообще ничего не вижу. Где-то здесь дерево должно быть, а вот оно. Ты тогда вот здесь танчишь? Там забираешь там вот первую копию, а Саахил... танчишь, вот здесь забираешь вторую копию. То есть остальные все милики... Нет, даже не здесь, а куда-нибудь. Не знаю. Еще раз, где медведь танчит? Вот здесь. Где? Печенька. Круг, да, печенька. Милики, остальные все уходят. А квадрат кто танчит? Че за квадрат? Где квадрат? А, что это за... А, это квадрат для основы. Для ДК танк. То есть он танчит его здесь. Милики, ушли все отсюда. Для ДК, который в четвертой пати, ты хочешь, чтобы он танчил оригинал, да? Да. Никто не будет ловить... Ой, точнее... Подожди, пока не пуляй, там не беги туда, ты чё? Стой, я сейчас всё объясню. Так, все, остались здесь РДД и хилы. Милики, все уходите к выходу вообще, чтобы я вас здесь не видел. РДД и хилы, смотрите, он начинает печенечки. Мы растягиваемся вот так вот. То есть полукругом, то есть хилы там, так далее, чтобы между вами был рейндж, как минимум 12 метров. То есть вот по этим вот меткам, которые я поставил, там растягиваемся все. То есть там и хилы там, допустим, чуть там поближе стоят, чтобы они там и доставали там и до всех танков абсолютно, чтобы у нас танки по хп не проседали. Но остальные все... У нас РДД растягивается, чтобы рейндж был между каждым 12 метров. Чтобы такого не было, что где-то там стоит какая-то, там либо там 2, либо 3 человека в кучке. В принципе, быстренько разбафались. Бафы у всех должны быть. Арча на бафом пул. Меликов, чтобы я здесь не видел. Так, и танки, если что, танки. Там и садитесь там на коней, чтобы могли быстренько забрать. РДД, хилы готовы, танки готовы. Поехали, запускай. Рейндж между собой обязательно берите, ребят. Там Сахил, отойди маленький. Стоишь близко вообще. Я ж вторую копию, да, забираю. Хочешь первую забирать? У нас там и Крим, и там забирает там первую копию. Хорошо. А Мишка забирает вторую. Агро? Там и ханты на пол, чтоб был. Шаман, отойди, пожалуйста, от луны. Сейчас скоро будет копия первая. Крим, готовься забирать. Опять точно так же, РДД. Вы набрали рейндж между собой. Играем также в основу. Кто на конях от луны, уйдите, вы мне вешаетесь. Вы в радиусе 12 метров. Кто
кто на конях там вообще, я не знаю, зачем ты здесь стоишь вообще, вот АДК? Я сказал, уйди отсюда, ты здесь не нужен. И так же, как там Этоксиген. Когда говорю всем отойти, это значит, нужно уйти всем. Танк опрокил, ребят. 50 стаков, ребят. Стоите слишком близко. Ко мне близко сейчас только Элем остался. К луне. Хил сейчас скоро будет вторая копия, готовься ловить. Упрись там как-нибудь, там с дерева, чтобы тебя не откинуло, если что. Ага. БР по Сахилу, ребят. Сова, отдай БР. Пока там и Кримы там и забрал там и двоих. Сахил, он прямо под боссом лежит. Так и забафали его сразу, так. И прохилили, Сахил. Прайма, грязните. Криму. БР тоже. А, у нас хилу уже полшотало. Так, и кот какой-нибудь там БРни. Быстрее, Крим. Так, и Мишка там, пока на себя двоих забери, если сможешь. Ну, вообще не хилят. Ну, потому что у нас двое хилов. Ну, поймите, стыди, сейчас до тебя вообще не доставал. Не, хилу на любую вообще, ну, скажу. Потому что хилы умерли, я еще раз повторяю. Я стоял в печеньке, метка печенька моя. Еще, во-первых, не было что у Тегеры, это раз, сейчас убьем, очень страшно. Умрите все быстренько. Пускай Мишка постоит на боссе в квадрате, а я повожу копию, первую или вторую ДК там. Давай, хорошо. Тут ну вроде... что-то там у него прям... Ну он вроде не хороший, убивает, я вот сейчас стоял, он вроде не убивает босс. Все, заходим быстренько. Милики остались. Кстати, Мишка, я тебе неподалеку стоял, я стоял в луне, но не доставал до тебя. Почему половина рейда не бьет просто? Не бьет. И то есть, когда там отловите, там и копии, там... И не убегайте, блядь, там в Долоран, что... Чтобы за вами там хилы там... Почему половина рейда не бьет? Какая половина рейда? Они милики, милики бегают вот здесь вот, блядь, на собаках своих, нахуй, вот здесь вот они бегают. Милики, еще раз повторяю, выход, где выход, вы стоите там. То есть, где он все вот эти чуваки, все милики. Один здесь ретрик был, но он там по КД там вешал там и щит, блядь, на танк. Почему они не бьют? Иди нахуй, долбоёб, блядь! Всё? Но он не понимает, тупорылый, что если они будут вместе милики стоять, кинутся стаки и ну, на людей кинутся метки, то на... Если сейчас стаки не кидались, да, по 50, по 70, почему ваншот не так? Будет 140, заебись, блядь. Заело, что ли, или чё, блядь? Почему милики не бьют? И ты, блядь, повтори это ещё, блядь, раз 50 день, там иди ещё, блядь, в ЛФГ, блядь, и поспай нахуй. Что, почему в РСК милики не бьют? Давайте начнём, что ли. Я первую копию подержу, кто-то третью подержит, то есть вторую. У меня, кстати, вопрос один, Ирэл. Ирэл, можно вопрос? Говори. А почему милики не бьют? Стаки потом. Стань как шоты. Он рофлит, ребят, успокойтесь. Так. Так. В принципе, все, все на баф на пол. Тогда Сахил танчит основу у нас. Так, и Крими забирает у нас там. Будет там и первую копию. А ДК вторую. Крими, алло, тебя ждем. Патрю, Дань. Хоть бы рыбу поставил, замрал. Все, все готовы. В принципе, давай, запускай. Приехал.
А маги такие там между собой обменяли. А, у нас еще же, у нас 4 мага. Я думал, только между собой такие обменяли. Агро, ребят, ханты. На пол, на мишку. Может быть. Я дал на пол на мишку. Рейндж набрали. О, 19 так. Уже нет, 23, неплохо. У меня пукан горит от этого ворона летающего. А почему, блядь, мелики не бьют? Я не понимаю, ребят. Почему? Мелики хлюю проебывают. Так, сейчас пал, готовься забирать. Опять РДД хилы опять стой, набрали стой, рейндж. Стой так с ним, он забаганный. Чтоб, ой, блядь, пошел. Да не играйте вы в копии, блядь. ШП, блядь, или кто там, блядь, бил. Играйте только в основу, блядь. Рейндж набрали между собой. Он палец скинул, разгоняется, пацан. Чиплага, да, вроде? Кого, чё? Палец ты кинул? Нет, не мой. Я в радиусе метров 80 от копии. Там РДД, там и прожимочки свои, там и бурсты все оставляйте, то есть там, когда сейчас и вторая там копия у нас, когда уже будет, быстренько его захуярим. Чё, милики-то не убил? ЭДК, сейчас готовься забирать. И как все только там и подойдут, поставь его нормально. Шаман, давай рост. Поехали. Так и танков там. И нон-стопом просто прохил. Рейндж набрали РДД килл. Блять, маны нету. Роган, отойди ты, блядь, от того чувака, видишь, вас стаки. Упал, ДК. Паладин тут. Забери на себя, Мишка. Угу. Тупо маны нету, я не знаю, как бить, блядь, босса. Давайте добиваем. Я даже потанчил в баблю. Вы долго не продержались. Здесь произошли страшные события. И вы сами понимаете, назрел один вопрос, какого хуя милики не били. Быстренько все подошли. Разбафлись, хлори балдали. А я не просяй. Так, а маги какие там МК обменялись? Не понял. Или у какого-то мага нету МК? Мекозонтика нету. А у тебя есть, давай со мной. А то тебя такие охуевшие, блядь, вдвоем махнули. Все уже, все распределено. Не обобщай.
Всем МК надо. Зоил, куда делся? Релагаю сейчас. Че, кто потанчит танки? Ну давайте я. ДТК потанчит, там сахил может. Да и обратно спектаться. Там только по танкам и на третьем. Прикольно, сам вопрос задал. Не ответил. Рыбу на халёва не поставить. Я думаю, ключи поставили, что ли? Ну заебись. Там не рыба, а свинья какая-то. Нет, тут рыба и... Вот там рыбу поставили. У череп. И мусульмане только там рыбу можете хавать. Все, вообще на готовность, на баф, на что-то. Ешьте свинью, пока в инсте Аллах не видите. Все, все готово. Давай, запускай. Так, ребят, здесь вот и с меточками обязательно, то есть там и выносим, там и влево-вправо. То есть там и в рейде там не стоим. Она будет там взлетать, и на рейд там, и будет там, и видишь, такие вот метки огненные. И с ними, то есть, отбегаете. И между там друг другом там и набираете рейд. Тоже. Ханты. Красава. И то есть еще объясню, то есть для тех, кто вот здесь вот и вновь мотопридавший, кто еще не был в этом месте. То есть там меточки нужно обязательно унести. Либо пошотайте рейд. Еле выдерживаю тебя, турбойс. Сейчас смотрим, на каком метке. Обязательно выносим влево-вправо. Рога, мамкина радость, подсвет, йотан и токсиген. Стоял бы паладин. Больше, больше, ребят, что больше она не подлетела у нас. Покурил бы, братан. Так, Сахил, можешь обратно спектр танка? Так они в два вытанчат. Нет. Ребят, там и делаете, там просто, как я говорю. И не надо там. Там собирайте, там, я не знаю, там. Там рояль, типа, там по-своему. Так, по пристам. Гэч плага. Ты у нас антифир там отдаешь на Void Frozen. Это там ДК. И то есть отдаешь там по нему там. И первый антифир Зоил отдаешь по нему. Второй антифир, и ДЦ даешь по нему третий антифир, соответственно. Ход ты имеешь в виду дать, да? Гачплага первый. Да, гачплага, ну я тебе скажу, куда дать, пока сейчас поникуляем. Особенно 3 минуты есть. Да, то есть, сейчас, секунду. Так, так, так. Красной метки здесь у нас Сахил танчит, в синей метке Крим танчит, ДК босса. 4 ханта, рога на пульте, пожалуйста, с пула босса, а то там маг турбойс почти сорвать может. На баф на пул. Все там, так как и гачплага уже, давай антифир на ДК, он поехали, пуля. Там то есть там и после там эфира там потом отдает Зоил. Давай, Зоя. Я на максимальный рейндж, сука, отошел, блядь, но все равно. Цепляет все равно. Что за бред?
так золотом отдал антифир, да? Ну и давай ДЦ. Да, и ДЦ, что давай. Добиваем. Слуги, обратите их в пепел. Сейчас убьет, смотри. Хорош, выжил. Так, ребят, стоимся здесь, то есть. То не бежим никуда. Так, рыбу поставьте еще разок. Пойдем. Забафнемся, разбафнемся. Объясняю по тактике. Сначала кто в какой материальности бьет. То есть, так, первая и вторая пати это у нас свет. Третья и четвертая пати это тьма. Крим у нас свет танчит, ДК тьму танчит. В свету остается у нас только Эхулипал и Крим. Остальные все заходят во тьму. Потом, то есть, там на третьей фазе, когда уже там и приведем, в свет у нас выходит это вот и первая, и вторая пати. Из хилов туда выходит Эршам Тиен. Услышал, поставил плюс. И выходишь в свет. Хорошо, в свет, да? Да, Тиен. Остальные, то есть, это Эрдру, Эршам и ДЦ, вы тьму хилите. Все, в принципе. Так, и по диспелам. Так, Сова у нас и диспелит свет, там и полностью. И то есть, из хилов там и никто свет и не диспелит. А Юришка у нас... тьму диспелит. И кроме него тьму больше никто не диспелит. В принципе, все. А, еще. У нас просто там один чувак есть, который тактики не знает. Здесь смотри, то есть, да, смотри, то есть сейчас появится Халеон. А, он уже стоит, все. Но он потом еще раз появится, он исчезнет. Короче, будет там и стоим, просто бьем. Там, то есть, будут там и вешаться такие вот и меточки. И если я говорю, допустим, там и на тебе метка, и выносишь ее вот сюда вот. И то есть вот здесь вот такая вот будет. Сейчас на себя метку поставлю. Вот, допустим, вот звезда. Вот здесь вот такая типа вот стенка будет. И сюда вот, допустим, вот ее вот и выносишь. Тебя тут... и вот, ну, тебе... ну, ты можешь там и сам себя там продиспелить. То есть там у тебя там есть там это... и снятие там проклятия. Ну, либо тебя продиспелить. И все, и возвращайся обратно. Да, там то... и то есть там и к стенке подбегаешь, тебя там и продиспелили, обратно возвращаешь, все. Потом, когда буду говорить, там, что там вот и метеор, то есть там, и перебегаешь там, и под пузом вот и Халеона, там, и на другую сторону, то есть он будет стоять к нам, что вот, и, ну, типа, вот и боком, и ты прямо под, и вот под пузом там и пробегаешь, там вот на другую сторону, это все. Ну, а во тьме потом, когда будешь там просто там и бегать, будешь там и за звездочкой, что я вот там, а, блядь, я ж не буду во тьме. Ну там просто мы за всем там рейдят, там вот и бегай просто, и все, то есть. И точно так же там метки выноси там к стенке, вот и все, как бы ничего сложного нет. Короче, на баф, на пол. Рога и Хулипал. Рога здесь, Хулипал. Фанзера. И еще хилы, то есть, и перед тем, как у нас там и танк... танк, смотри, ДК, забыл тебе объяснить, чувак. Я как бы знаю, что ты там знаешь, как танчишь, но вот послушай, смотри. Вот посмотри вот на меня, вот на звездочку. Uh-huh. То есть, смотри, и ты вот
и только вот ты заходишь вот во тьму, да, и вот вот так вот ты появился, встал, да, вот босс на тебе, и его вот так вот разверни маленечко, вот так, короче, влево, чтобы, и мы когда зашли, чтобы мы вот и появились уже прям вот сбоку босса, понял? Ну, конечно. Да, чтобы нам вот и не перебегать там лишнее время тратить, и то есть, чтобы мы уже там сразу вот прям, и снова, то есть там из правильного вот там направления вот стояли, и все. Ну, и лезвие. Лезвие еще вот, и старайся так, чтобы оно было, как бы, знаешь, вот типа вот, и ты вот так стоишь, оно должно, то есть, вот так вот идти. Мне его есть, догонять, ну, типа, или вот убегать вот, от него? Убегать от него, да, вот так вот, чтобы оно вот именно шло, вот как я вот так вот, вот какого-то полосочка, типа. Ага, все, отлично тогда. Еще одна арча. Так, Зою. Все, все готовы, выйдите босса. Все, заходим. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. И поймай его там так аккуратненько, ровненько, чтобы стоял как надо. Да, я прочитал, не переживай. Так, и мелики там, и наберите там от босса рейндж, там рейндж позволяет бить вообще хорошенько прям. Метеор, перебежали. Быстренько перебежали все на другую сторону. Ты не путай подготовку с метеором, ты как развали. А что я перепутал? Ты мне можешь сказать, что я перепутал? Я все правильно сказал. Ты рановато сказал, когда начали бы, если сразу перебегать, он бы кинул. Я сказал все. Так, Хант, вынес метку. Хандистанс, быстрее, активнее, быстрее, быстрее, быстрее. Прям под морду кого-то кинул, блядь. Вернулся. Метеор, перебежали. На танке, стойте. Ничего страшного. Маг вынес. Турбосс вынес. Так, переводим на фазу. И то есть сейчас, и перед тем, как сейчас вот и ДК там, там заходить, и ДЦ по нему там зубы, да, и все подряд. Зашел, ладно. Заходим. Зашли все. Я звездочку ставлю. Так, танка прохил. В звезду все встаньте. Так, и готовимся, там сейчас будет метка. Маг, под цвет, танка прохил. Под цвет вынес. Под цвет, ну активнее, почему так долго? Сам себя продиспалил, либо ДЦ. Крутимся, крутимся за звездой, крутимся за звездой, ребят, подкручиваемся. Все звездочки бегаем. ШП вынес. Гачи плага. Готовимся, лезвие. 4, 3, 2, 1. Вар вынес, оксиген. Подкручиваемся потихонечку. Танк вообще красавчик. Все, у меня появился еще один. Танк любимчик. Так, сейчас, когда вот переведем там на фазу, то есть и ДПС там, и по боссу там, и полностью стопаем. Ретрик вынес, знаешь, там. Танк Свету готовится 1% ловить. Да, то есть там и Крим готовится ловить. Все, по боссу ДПС стоп. Вообще стопните все. Так, и первая, и вторая тьма сейчас выйдем. Где портал-то? В хвосте у нас порт, после лезвия вышли. Так, и хилы там, я говорил, кому Аршама. ШП вынес. И вар там вынес.
И во тьме Варву нес метку. Метеор перебежали быстренько. Не спите. Как все выйдут, и святой во тьме, давайте рост. Поехала Гера. И во тьме тоже дайте. Маг и Рога вынесли. Рога во тьме, маг святу. Стоп ДПС. Стоп ДПС. Свет стопнуть, умолим. Все, бьет свет. Там милики, там, типа, нажмите маленько. Прибежали метеор. Амонби вынес во тьме. И ДК вынесет. ДК, а что ты здесь делаешь-то, блядь, у нас вообще в свету? Зашел во тьму, блядь, и бьешь, блядь, там, блядь, и так ДПС не хватает. Вон портал стоит, прыгай. Какого хуя вообще, блядь, здесь делаешь, не понимаю. Амонби опять вынес. Лут сделай. Фанзера вынес. Метеор. Смотрим где. Перебежали. Потом сделаю. Брусик вынес. Брусик, а почему ты во тьме, если ты должен я быть... Я зашел, да, но если помню. Больше ДПС свет. Просто спросить. Зоил вынес. Зоил. Не спи. Вышел, вышел, сори. Только спросить. Да, под мордой. Тьма. ДПСа больше надо. Все нормально. ОМОН бы там вынес метку во тьме, здесь метеор перебежали. Гачплага вынес. Гачплага метка. Так, а мамки на радость там вынес во тьме. Свет больше. Все нормально. Братан, лут. Сейчас. Дайте пристрел там и дайте там на гимна ман. Тьма больше ДПС. Вары тут сидят. Метеор перебежали. Брусик вынесешь? Так, и во тьме там Яришка вынеси. Так, и здесь, и Святуми Казанти. Остерегайтесь теней. Молодцы. Хорош. Чё-то так далеко. Прикольно. А. Мне понравилось танчить. Ебать, так. Ты, конечно, не оглупал, это просто вообще жесть. Хилые красавчики вообще. Да и тонкие вообще красавчики. Так. Чё за анролит-то, блядь? Даже не знаю. Всем спасибо. За анролит, конечно, нахила. Спасибо. Турбо, дай портал. Да там есть. Стоит. Да, вижу, спасибо. Печатку ролим. Ага, кто-то улетел. А нет. Сотка, токсиген. Говорит, Женек, ну ты заебал вообще, отвечаю, блин, точно, Женек, блин. Чего у тебя за ролл? У тебя чит какой-то, вот прям стопудовый, я не знаю, у тебя вечно какие-то роллы, блядь, непонятные, такие самые высокие. Собирай. Приветствую. Женек, это пиздец. Все, отвечаю, пацаны, у него чит, ну. Это, такого ролла не может просто быть. Он постоянно что-то у него там... Я там и меньше там и 90 у него не видел, что выкинул. Блядь, репорт, да? Думари. Забирай.